Знаковое для региона событие сегодня состоялось в Мышкине. Там утвердили программу развития газоснабжения и газификации Ярославской области на период 2021-2025 годов. Свои подписи под документы поставили губернатор Дмитрий Миронов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Ну, это действительно для нас очень важное событие, что по итогу 2025 года мы будем иметь практически 100% газификацию наших населенных пунктов. В сельских территориях будет газифицирован район наш, Бриетовский, который оставался на протяжении долгих лет без газа. Это даст очень серьезный толчок для развития и сельских территорий, туристического бизнеса и многих-многих других направлений. Отмечу только, что практически в 16 тысяч домовладений придет газ. Это тепло, уют, безопасность. В соответствии с теми поручениями, которые дал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, мы в рамках новой программы на 2021-2025 год, конечно же, приоритеты отдали газификации села. И могу сказать, что по итогам реализации этой программы будет полностью газифицирована вся Ярославская область. Финансирование новой программы почти в 10 раз превышает предыдущие договоренности и составит порядка 27 миллиардов рублей. Программой предусмотрено строительство более 1000 километров межпоселковых и около 500 километров внутрипоселковых газопроводов. В итоге газ пройдет почти в 15 тысяч домов. Запланировано перевооружение 7 газораспределительных станций, а также реконструкция магистрального газопровода «Горький-Череповец». Также на встрече глава компании подтвердил готовность «Газпрома» продолжить реализацию социальных проектов на территории региона. Речь, в частности, шла о совершенствовании спортивной инфраструктуры. «Газпром» был, есть и будет надежным социальным партнером Ярославской области. Еще раз подчеркну, благодаря тому, что область полностью выполняет свои обязательства.